18 марта – Всемирный день сна. Именно поэтому сегодня Оксана Стяжкина узнала Кировчан про любимую позу в кровати. Ваша любимая поза для сна. Как любите спать? На спине. Устал, на боку лежишь. Направо, налево. Какая вот ваша любимая поза для сна? На боку обнять одеяло. В одеяло-то мужа обнимать? Не, муж там где-то сзади спит. Нет. Соня, меня назвать не надо, но сплю 4-5 часов. И какая вот ваша любимая поза для сна? Дождь? Я как лягу, так и сплю. Ну вот так, просто лежишь на спине и спишь. Да, калачиком вот так. Как любите поспать? На боку. Боку. На левом, на правом. В принципе, без разницы. Мама раньше говорила, надо спать на животе, чтобы фигура стройная была. Чтобы так это и живота не было, и вообще. На боку, на спине, на животе. Вот так. Ну, это с подушечкой в обнимку называется. Давайте. Лапки на брюхо. И? Все, и спим. Храпите? Говорят, да. В бочину ткнет. На другой бок переворачиваюсь. И все. И все, дальше поехали. И снятся ли вам вещи сны? Было дело. Ну, все тебе и расскажи. Интимные. Сбылось, да? На утро.